Добрый день, дорогие лидеры, добрый день, дорогие бизнес-партнеры. Я рада вас приветствовать на нашем итоговом вебинаре, на котором мы сегодня с вами поговорим о том, как мы прожили год уходящий и что нас ждет в году грядущем. Во-первых, я хочу сказать всем вам огромное спасибо. Спасибо за то, что мы были вместе в этом году, потому что год был очень интересный, и ну, у нас все годы, которые мы с вами работаем в Oriflame, они очень интересные и насыщенные. Тем не менее, в этом году было что-то, что отличает этот год от предыдущих лет. И лично для меня, наверное, самое важное, что я могу выделить в 2016 году, это то, что мы стали больше говорить о том, кто мы. Каждый из вас, наверное, я не ошибусь, если скажу, что каждый день говорит о компании Oriflame. И мы с вами любим компанию, мы ее знаем, мы гордимся ее достижениями. И когда мы говорим о компании, мы очень хотим, чтобы люди, которые слышат нас, также знали о нашей компании самое лучшее, знали о том, чем мы лучше других, чем мы отличаемся от других компаний. И для меня огромная гордость говорить о том, что я работаю и я являюсь частью компании, которая является шведским экспертом в целостном подходе к красоте и стилю жизни. Что это означает? Наверное, нужно пояснить, что для нас является красота, что мы вкладываем в это понятие. Мы уверены, что настоящая красота — это то, что является комплексным подходом, что настоящую красоту можно и нужно поддерживать не просто каким-то одним замечательным продуктом. Настоящая красота — это то, как мы с вами выглядим, это то, как мы себя чувствуем. Конечно же, счастливого человека и красивого человека отличает не только его внешность, не только его физическое состояние. Его еще и отличает то, как он ощущает себя в этой жизни, насколько он уверен, насколько он может себя реализовать, насколько он готов поддержать своих близких, свои семьи. И это та неотъемлемая часть нашего предложения, когда мы говорим о том, что мы даем людям возможность строить независимый бизнес, и мы даем людям возможность развиваться вместе с компанией Oriflame. И, конечно же, все эти знания, все эти потрясающие наши с вами достижения нельзя держать в секрете. Мы готовы делиться этим, и мы проводим огромное количество мероприятий, на которых мы мотивируем людей, заряжаем новыми идеями, обмениваемся уникальной информацией. Мы заводим новые знакомства и получаем признание. И это то, что дает возможность очень весело и содержательно проводить свою жизнь. Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем стиль жизни. Мы предлагаем не просто прекрасные продукты, мы предлагаем не просто возможность заработка. Мы даем возможность построить ту жизнь, в которой люди чувствуют себя прекрасно, ощущают в себе энергию и делятся этим с окружающими людьми. И что, собственно, конкретно, в чем заключается это предложение, да, что мы предлагаем людям? Регулярный уход, наше прекрасное средство по уходу, наша линейка Novage, о которой мы говорили весь этот год, Novage Eco Beauty, наш уникальный, замечательный продукт Wellness, который помогает людям чувствовать себя прекрасно, и наша система Wellness Life Plus, возможности построить свой собственный независимый бизнес или получать дополнительный доход. Это то, что выбираете вы для себя и для своих консультантов. И, конечно же, возможность работать в кругу единомышленников, в кругу людей, которые вам нравятся, которые вам приятны, с которыми вам очень интересно проводить время. Итак, что же, собственно, было в прошедшем году и что нам помогло с вами чувствовать себя уверенно и уверенно смотреть в будущее? Я очень рада, я горжусь тем, что мы с вами работаем в компании, которая растет. Растет в сегодняшних экономических условиях, которая показывает положительную динамику роста. И это, конечно же, все благодаря вам. Спасибо вам огромное еще раз, потому что на сегодняшний день мы с вами видим, насколько сложно бизнесу, насколько сложно любому бизнесу выжить, выстоять на ногах. Тем не менее, мы не просто крепко стоим на ногах, мы растем, мы действительно показываем положительные цифры, и это то, что дает нам возможность строить планы и двигаться вперед. Конечно же, основной
пункт, основной вопрос, о котором мы с вами говорим всегда, это база активных консультантов. То есть это та основа, которая вам, как бизнесменам, вам, как людям, которые управляют собственным бизнесом, дает возможность говорить о стабильности и о росте, что самое важное. Так вот, подводя итоги, я могу сказать, что база активных консультантов в 2016 году в целом по Беларуси стала, ну, можно так сказать, более здоровой, стала лучше себя чувствовать. Почему? Благодаря каким показателям? У нас очень хорошая активность, особенно последние несколько каталогов, если мы берем конец третьего, начало четвертого квартала и текущие каталоги, мы действительно видим, что активность поднимается по сравнению с прошлым годом. Я уверена, что вы это чувствуете по своим структурам. Как мы с вами говорим, рекрутирование – это кровь нашего бизнеса, это свежая кровь, это энергия. И я хочу сказать, что для нас огромная радость, то, что в 2016 году вы стали рекрутировать намного стабильнее, намного профессиональнее, да, то есть если прошлые годы можно сказать, что у нас были такие американские горки, знаете, в какой-то каталог пусто, в какой-то каталог густо, в этом году мы вышли с вами на стабильный, высокий уровень рекрутирования, и это действительно показатель вашего профессионализма и вашего мастерства. Есть еще один такой показатель, который очень сильно влияет на объемы продаж. Сколько раз консультант пришел и разместил свой заказ в каталоге. И понятно, что, в общем-то, в ваших структурах может быть не очень заметен этот показатель, но мы видим в целом по стране, что данный показатель тоже улучшился, тоже увеличился. Это говорит о том, что наш продукт интересен. Это говорит о том, что наше предложение, которое мы даем в каталоге, которое мы даем дополнительно, очень интересно нашим консультантам и нашим потребителям. И несмотря на то, что все говорят вокруг, что да, сложно, да, люди переходят на более дешевые продукты, у нас с вами совершенно другая ситуация. У нас вырос средний заказ. И самое важное, что он вырос в баллах бонуса. Он вырос не в локальной валюте, он вырос в баллах бонуса. Это говорит о том, что мы с вами не просто так весь год говорили, мы начали прошлый год с запуска сессии по уходу за кожей лица. Мы весь год говорим о wellness, мы постоянно говорим о уходе, о сессиях, о комплексном уходе. Это показатель того, что на сегодняшний день наши консультанты, наши потребители переходят плавно от подхода такого, что давайте заказывать на скидках, давайте делать, скажем так, заказы только тогда, когда есть хорошие скидки, переходят, перефокусируют себя на наши высокобалловые и высокотехнологичные продукты. Как мы с вами знаем, один из важнейших показателей роста, стабильности и развития бизнеса – это рост лидерской базы. И здесь у нас тоже отличные новости, потому что на 110% выросла лидерская команда Oriflame Беларусь и на 335% выросла менеджерская команда. Как я уже сказала, мы начали год с вами в январе прошлого года, мы запустили систему работы, сессии по уходу за лицом, мы говорили об этом весь год, мы показывали, мы тренировались, мы постоянно акцентировали ваше внимание на этом, не просто так. Как я уже сказала, это очень-очень важный показатель нашего роста, и это залог успешного будущего. И мы можем сказать, что этот год прошел не просто так. Мы действительно достигли хороших результатов, и 7500 наборов мы продали в течение года по всей стране. Как я уже сказала, wellness – это одна из наших ключевых, скажем так, позиции, и мы с вами по сравнению с прошлым годом растем еще больше, и мы входим в десятку топ-стран в мире Oriflame по доле продаж wellness, и здесь должны раздаться ваши громкие, несмолкаемые аплодисменты, потому что 16% доля wellness от общего объема продаж, и это то, что действительно является нашим с вами достижением, потому что это уникальное достижение, и, конечно, скажем так, если говорить о других странах, где каждый человек может получить wellness домой вместе с заказом косметики, у нас с вами ситуация другая, и это говорит еще раз о том, что даже те сложности, которые существуют, те ограничения, которые существуют для продажи wellness в Беларуси, они абсолютно нам не мешают, а скорее даже помогают. Плюс 16% в сегодняшний день наш результат, и это очень здорово. Спасибо вам огромное. Мы сами себя хвалим, сами себя оцениваем, это важно, это дает нам с вами мотивацию. Тем не менее, один из очень важных моментов
это признание нас с вами как компании, как бренда нашими потребителями. И у меня потрясающая, замечательная новость. Я хочу нас всех поздравить с тем, что буквально вот несколько дней назад мы получили очень престижное, скажем так, признание, и мы получили, выиграли в номинации «Выбор года» компания номер один в Республике Беларусь по двум номинациям: косметическая компания прямых продаж и комплексный уход за лицом номер один прямые продажи. Что можно сказать? Вы знаете, в такие моменты переполняет гордость. В такие моменты ты понимаешь, что ты не просто так проводишь очень много времени на работе, не просто так говоришь о наших замечательных продуктах. В такие моменты ты понимаешь, что то, что ты делаешь, действительно важно. И то, что ты делаешь, имеет признание и имеет большое, скажем так, вознаграждение среди наших потребителей и наших консультантов. Ну что, еще раз оглядываясь в уходящий год, мы можем сказать, что этот год, конечно же, был насыщен огромным количеством событий. И январь прошлого года был ознаменован поездкой на бриллиантовую конференцию в Абу-Даби. И из нашей страны была делегация из 20 человек, и мы очень бодро и энергично начали год. В течение года мы провели два больших мега-мероприятия, и количество участников было абсолютно рекордное, 5000 человек получили знания, мотивацию, признание от компании Oriflame. Одно из важнейших событий, которые мы переживаем каждый год, это ежегодный банкет директоров, на котором мы чествуем новые звания. В этом году было 350 участников и 36 новых званий на банкете директоров. Конечно же, многие из вас знают, и кто-то принимал участие, и вы помните нашу потрясающую золотую конференцию на Кипре. 900 участников было на международной конференции и 55 участников от Беларуси. И сочинская феерия, не побоюсь этого слова, потому что, наверное, это было такое самое знаменательное событие года с точки зрения того, что мы смогли привлечь, мы смогли охватить огромное количество наших бизнес-партнеров и людей, которые только-только делали первые шаги в Oriflame. 3500 участников международной менеджерской конференции в Сочи и 123 участника от нашей с вами республики. И сейчас мы заканчиваем год, мы готовимся к следующему году. Мы очень уверенно смотрим в будущее, потому что следующий год для нас с вами абсолютно уникальный. Это год юбилея компании. Конечно же, мы готовимся, но самая главная наша с вами подготовка, о которой мы говорили в течение года, говорили год назад, это наши достижения, это наши новые звания. У каждого из вас есть уникальная возможность. У каждого из вас есть возможность вписать свое имя золотыми буквами в историю компании Oriflame. И я хочу пожелать вам, чтобы вы не пропустили эту возможность, чтобы вы обязательно ей воспользовались, потому что это то, что не просто даст вам заряд энергии на следующие годы, не просто построит базу для движения вперед, это даст вам возможность гордиться своими достижениями, рассказывать о них своим детям и внукам и, конечно же, исполнять свои мечты вместе с компанией Oriflame. Здравствуйте, дорогие партнеры компании Oriflame. Я очень рада приветствовать вас на новогоднем вебинаре «Юбилейный экспресс». В продолжение выступления Екатерины Мамедовой я хочу познакомить вас с основными мероприятиями, которые ожидают нас в юбилейном 2017 году. И начнем мы этот год с бизнес-ланча для новых менеджеров компании Oriflame, которые по итогам 17-го каталога выйдут на новый уровень 15% и выше и будут иметь отрыв от нижестоящего менеджера минимум в 1% уровень. Состоится этот бизнес-ланч в Marriott отеле. И сразу же после бизнес-ланча мы отправимся с вами на еще одно незабываемое мероприятие. Это мега-марафон истории эволюции красоты и успеха. В этот день на площадке Falcon-клуба соберутся 2000 успешных лидеров и менеджеров компании Oriflame. Мы будем рассказывать истории, мы будем чествовать лучшие результаты. И в этот день на сцене
сцену мегамарафона выйдут новые менеджеры с уровня 9% и выше, которые достигли свой результат в период с 8 каталога по 17 каталог 2016 года. Ну а также будет удивительное награждение новых старших менеджеров компании Oriflame. И на сцену наши дамы поднимутся в вечерних платьях, но их будут, конечно же, сопровождать мужчины в смокингах. Так пройдет награждение новых старших менеджеров компании Oriflame, которые сразу же после мегамарафона историй отправятся на свой первый в истории банкет «Юбилейный экспресс», который пройдет в Мариотт-отеле. И мы будем с вами отдыхать, мы будем с вами рассказывать истории, мы будем с вами веселиться, мы будем с вами получать заряд энергии, который понадобится вам для того, чтобы продолжить свой путь к званию директора компании Oriflame и отметить его на предстоящих мероприятиях. Ну и, конечно же, те менеджеры, старшие менеджеры, которые повторят свой результат 8 каталогов из 17, отметят свое звание на юбилейном банкете директоров 2017 года. И я хочу обратить внимание тех менеджеров, которые еще пока не достигли звания старшего менеджера, но в 17 каталоге об этом задумались. Обязательно сделайте этот результат. Для этого у вас есть целые 4 недели. За 4 недели можно горы свернуть. Сделайте 7500 бонус-баллов, а возможно и больше. И тогда вы станете участниками сразу двух эксклюзивных банкетов в следующем году. Банкет «Юбилейный экспресс» в январе и, конечно же, тот банкет, который состоится в июле месяце, незабываемый банкет директоров компании Oriflame. Поэтому делайте этот результат, нисколько не сомневайтесь, поставьте перед собой амбициозную цель, тем более у вас впереди еще две супер новогодние недели. Ну и как вы знаете, что если сейчас загадать желание, то оно все равно обязательно сбудется, потому что для этого у вас есть абсолютно все, у вас есть все необходимые инструменты, у вас есть книга красоты, у вас есть каталог, у вас есть наши фокусные, ваши любимые категории на Age Wellness. И буквально несколько дней назад я услышала прекрасную историю от менеджера компании Oriflame, которая рассказала, как она достигала своего уровня 15% буквально за несколько дней для того, чтобы стать участником бизнес-ланча. И она рассчитала свой результат наборами на Wage. Она рекомендовала 5 наборов, тем самым она вышла на новый уровень менеджера компании Oriflame. Буквально несколько дней назад мы общались с ней, делились результатами, отмечали ее достижения. Поэтому, дорогие наши менеджеры, запланируйте свой результат старшего менеджера по итогам этого каталога. Я более чем уверена, что у вас все обязательно получится. Ну а в следующем году для того, чтобы вы достигли звания директора компании Oriflame, мы придумали массу интересных акций, предложений. И я 100% знаю, что у вас все обязательно получится. И мы отметим ваши результаты на двух банкетах, юбилейный экспресс и юбилейном банкете директоров, который состоится в июле. Ну, а мы с вами продолжаем. И у нас с вами также продолжается квалификация. Квалификация на менеджерскую конференцию, которая пройдет в Болгарии. И я знаю, что в этом каталоге есть менеджеры, которые идут по альтернативным условиям, и они планируют открывать новый уровень старшего менеджера компании Oriflame. Обратите внимание, что если вы вступали в эту программу с уровня 0,6% и вы идете по альтернативным условиям, то в этом, в текущем каталоге вам необходимо выходить на уровень старшего менеджера компании Oriflame и обязательно удерживать этот уровень в первом каталоге. Также это касается наших новых, наших менеджеров 9%. Для вас также необходимо в этом каталоге выйти на новый уровень старшего менеджера компании Oriflame и подтвердить его по итогам первого каталога. И также хочу обратить внимание на тех менеджеров, которые идут по квалификации на конференцию. Обязательно запланируйте, учтите, что по итогам каталога номер один вам необходимо находиться в максимальной квалификации, вам необходимо проверить, чтобы суммарное количество квалифицированных рекрутов в вашей команде было согласно плану. Проконтролируйте, пожалуйста, эти показатели уже в первые дни первого каталога и запланируйте свой результат на весь период действия каталога номер один, тем более он так же, как и 17-й, будет 4 недели, ну а это для вас
дополнительная возможность увеличить свой результат. Золотая конференция 2017 года, осталось всего 5 периодов, и наши лидеры, можно сказать, уже будут собирать чемоданы и отправиться на, мне кажется, самую незабываемую конференцию для каждого лидера компании Reflame, где лидеры отправятся на 2 6-звездочных лайнерах бороздить просторы Средиземного моря. Конечно же, они смогут увидеть незабываемые для себя страны и города. Но это еще не все. В период 2017 года будет продолжаться квалификация на бриллиантовые исполнительные конференции, которые пройдут в Токио и Киото. Для вас это очень хорошая возможность в этот период в 17-м каталоге открыть новое звание бриллиантового директора компании Oriflame, удерживать этот уровень, закрыть его прямо к банкету директоров и начать отмечать свое достижение уже с юбилейного банкета директоров. Ну и продолжить его на золотой конференции и, соответственно, на конференции 2018 года в Токио и Киото. А для тех, кто запланировал новую квалификацию сапфирового директора компании Oriflame в 2017 году, мы подготовили уникальный подарок. Это День сапфира. Впервые в истории Республики Беларусь такой день сапфира состоялся на прошлой неделе. К нам приехала Наталья Шкловская, это новый сапфировый директор из города Речица, которая приехала к нам не одна. Она приехала к нам вместе со своей командой. Мы встречали их с подарками, мы готовили для них эксклюзивный wellness-завтрак от Мэтта Пола, мы подготовили для них тренинги от менеджмента компании, которые еще в Беларуси никто не слышал. Ну и после этого мы отправились на ужин в один из самых роскошных ресторанов города Минска, где мы в неформальной обстановке общались, делились историями успеха, мы задавали друг другу вопросы. И после того, как вечер завершился, команда Натальи Шкловской, полная энергии, сил, отправилась в свой регион для того, чтобы достигать своих поставленных целей и результатов в 2017 году. Ну а Наталья и ее супруг Александр остались в городе Минске и отправились в отель «Ренессанс», где их ожидал незабываемый вечер. Они отправились в спа-салон, они пили шампанское с клубникой. В общем, они проводили этот день так, как его должны проводить настоящие сапфировые директора. Но уже совсем скоро, буквально через несколько недель, День сапфира состоится для команды Екатерины Андреевой из города Бреста. И мы будем очень-очень ждать их в сервисном центре в городе Минске. Ну что ж, вот такой вот у нас с вами будет 2017 год. Я более чем уверена, что вы поставили перед собой амбициозные цели и планы на этот год. Я буду очень рада видеть вас на мероприятиях компании Oriflame. И буду очень рада видеть вас в новых квалификациях. И буду рада отметить ваш результат вместе с компанией Oriflame. Спасибо вам большое. Удачи! Добрый день, дорогие друзья, дорогие партнеры. Рада сегодня приветствовать вас на нашем таком предновогоднем мероприятии. Меня зовут Екатерина Тимховец, являюсь предпринимателем, сотрудничаю с компанией уже более 15 лет. Аж страшно представить, что столько живут, да? Как говорят, столько не живут. И сегодня хочу рассказать вам о том, каким для нас был 2016 год, о наших планах немного на 2017 год, ну и поделиться, конечно, фишками. И первое, самое важное, что мы сделали в 2016 году, мы поменяли... немножечко переделали нашу бизнес-систему, по которой работали, которая была уже успешна, но сделали ее еще более успешной. Мы поменяли название, сейчас мы называемся VIP-100, и с этим поменялась немножечко концепция, 100% гарантии результата, именно поэтому мы приглашаем новых партнеров в нашу команду. И, конечно, как бы сначала хотелось бы рассказать вам факты гордости нашей команды, потому что 2016 год, он был непростой, но при этом он был довольно продуктивный, эффективный для
для нас. Во-первых, конечно, годовой оборот нашей команды составил уже около $1 миллиона, и это очень приятно. Суммарный доход нашей команды на данный момент превышает $200 тысяч, что для Беларуси считают тоже приятной цифрой. Более 5000 новичков присоединилось к нашей команде, и товарооборот Wellness уже вырос на 9% в этот непростой год и составляет уже более 20% от общего товарооборота. Активность команды также повысилась, и самая наша большая гордость, то что менеджерская команда увеличилась на 300%, соответственно, увеличилось, конечно, количество зарабатывающих людей в нашей команде. И на данный момент мне очень приятно то, что на каждом мероприятии, которое проводит компания, офлайн-мероприятия, наши участники, представители команды выступают спикерами. Например, в wellness-прокачке из 32 участников 8 из нашей команды, это более 30% со всей Беларуси. Представляете, активное внедрение онлайн-инструментов мы стали делать в 2016 году. Немножечко расскажу об этом чуть позже. Создали командный YouTube-канал. Уже на данный момент более 30 командных чатов. Очень сложно посчитать. Сейчас у нас уже есть, раньше было только в Вайбере, Скайпе, сейчас это WhatsApp, Telegram. И мы прикинули приблизительно, и представьте, уже более 500 часов проведенных вебинаров только за 2016 год. Онлайн-обучение, презентации, какие-то встречи и тренинги. Более 20 крупных мероприятий офлайн. Конечно, офлайн мероприятий было намного больше, но при этом уже более 20 таких крупных, которые, можно сказать, знаковых было. И как бы немножко покажу вам фотографии о самых таких знаковых мероприятиях. Например, это был бизнес-семинар, на который мы постоянно приглашаем каких-то интересных спикеров, которые растут, гостей приглашаем из других стран. Вот в таком формате проводятся они, мы выбираем одни из самых дорогих мест интересных. Это был, например, ресторан «Ньюман» в апреле. Приезжали к нам Косицыны и Родионовы. Это был выездной семинар в Раубичах. Также тоже очень люблю такие мероприятия. У нас наши участники команды ждут этого, наши консультанты и партнеры с нетерпением. Один раз в год мы выезжаем, на данный момент всегда выезжаем в Раубичах, там очень стильное место. Веселимся, проводим тренинги, бизнес-семинары, обучение различное. Это был также вот один из последних мероприятий. Это был такой феноменальный, я бы сказала, запуск. Это бизнес-день, на котором собралось практически 100 бизнес-партнеров нашей команды. И проводили мы его в одном из самых лучших отелей Беларуси, Минска. Это отель «Европа», 5 звезд, шикарное, конечно, место. Опять-таки, обратите внимание, мы всегда заказываем профессионального фотографа для того, чтобы были фотографии, для того, чтобы можно было работать в тех же соцсетях и представлять себя достойно. Конечно, мы делаем один раз в год, такой у нас хорошая есть традиция, банкет старших менеджеров, и он тоже прошел у нас феерично в одном из шикарных ресторанов города Минска, Парк Холл, стильных мест, скажем так, нашего города. И очень приятно, что компания уже перенимает постепенно тоже опыт, наш успешный опыт, и уже совсем скоро состоится большой банкет старших менеджеров от компании. Конечно, мы проводим какие-то ситуативные акции, проводили очень много ситуативных акций в команде на лучшее рекрутирование, на рост партнеров, на новое звание в менеджерской команде. И вот одной из таких акций, это была фотосессия, когда наши партнеры получали в подарок за хорошее рекрутирование, за хорошую работу, в подарок бесплатно получали профессиональную фотосессию. Одним из таких мероприятий была такая тусовка в Робинсон-клуб, опять-таки, для того, чтобы посмотреть, наверное, немножечко расширить карту реальности и, в принципе, как бы отдохнуть в хорошем месте, пообщаться с коллегами. Сюда мы приглашали все новые звания с менеджерского уровня, с уровня 15%, и отлично посидели, отдохнули. Одна из таких тоже запоминающихся тусовок была в яхт-клубе. Мы также за хорошее рекрутирование приглашали наших партнеров, за хорошую работу, и вот такие мероприятия мы проводим регулярно, стараемся находить то, что, наверное, ну сам ты как бы вряд ли пойдешь и снимешь яхту, да? А команды, когда мы выезжаем, мы катались на яхте, устроили пикник в яхт-клубе, то есть было очень-очень-очень интересно. Ну и, конечно, мы стараемся помнить про то, что, к сожалению, не все живут так хорошо, и не у всех есть возможность радоваться жизни, жить полноценной жизнью, поэтому мы периодически делаем такие благотворительные акции, и
Очень сложная была эта акция, летом мы ее проводили. Это дети с замедленным развитием, но она прошла на ура, реально девчонки, команда отработали на 100% и сделали все, что могли, красили ногти, плели косички, играли в игры, делали шарики, ну и, конечно, привезли подарки, сделали, постарались сделать праздник. И вы знаете, иногда даже, когда у вас нет возможности дарить что-то материальное, можно подарить свою улыбку, можно подарить какое-то... Ну, что-то приятное сделать тем, кто нуждается в этом, ваше внимание и забота. Иногда достаточно просто обнимания, объятия, да, обнять кого-то и сказать, что у тебя все получится. Помните про это, и мне кажется, мир от этого станет чуточку добрее. Вы знаете, мы растем во всех смыслах этого слова, не только в бизнесе, но и в жизни. И вот у нашей директорской команды этот год был очень такой плодотворный, и три директора у нас стали, и кто-то еще раз, кто тут впервые мамами, да, и несмотря на то, что девчонки вышли в декрет, но они продолжают активно строить бизнес, притом в разных странах. Юля Черебаш находится сейчас в Турции, там развивает бизнес, и онлайн развивает его в Беларуси, Дарья Дениченко развивает его в Москве, ну, а Яна развивает у нас в Минске. Здорово, поэтому, как бы, помните, что декрет – это не помеха для развития роста, а причина для вашего нового звания. У нас сейчас в команде очень большое количество присоединилось многодетных мам, и есть мамы, у которых трое детей, четверо и даже пятеро. При этом они успешно развивают бизнес, и я хочу вам сейчас рассказать об одной мамочке, которая меня лично впечатляет, это Анастасия Калятко. У нее пятеро детей, ей еще нет 30 лет, и при этом она стартанула осенью, этой осенью 2016 года, и несмотря на то, что ей довольно сложно организоваться, сложно со временем, да, ну и так далее, за 2 месяца она сделала уровень 15%, уже приглашена на бизнес-ланч с руководством и сейчас успешно проходит квалификацию на конференцию в Болгарию. Я уверена, что звание директора у Насти очень скоро ее ждет. Также одна из очень интересных историй, которая меня, например, впечатлила, это открытие звания директора в день своей свадьбы. Представляете, ребята, вот даже такое в нашем бизнесе возможно. Это тоже было в 2016 году в нашей команде. Светлана Лысенко и Максим Лысенко открыли звание директоров, сделали звание старший менеджер в день свадьбы, квалифицировались на конференцию в Сочи, обед с Магнусом, сейчас уже приглашены на банкет старших менеджеров. Правда, здорово, когда есть возможность делать бизнес, расти и развиваться в любой области, в любом состоянии, я бы даже так сказала, не области, а состоянии. И Григорович Нона, тоже хочу немножко вам о ней рассказать, потому что кто-то может сказать, о, так у них там все молодые, да, у нас разные, и я вам говорю, молодость это, есть молодость по паспорту, да, есть молодость душе, да, и в душе надо оставаться молодым всегда. Нона, она проработала 30 лет на госпредприятии, потом ушла на, тоже как бы работала на фирму, которая была довольно успешная, связанная с шитьем, и было на фирме около более чем 300 или 400 сотрудников, вот точно не помню. И вы знаете, была очень успешная вроде как работа, хорошо зарабатывала, но с кризисом фирма сначала сократила с 300 до 30 работников, а потом вообще закрылась. И вы знаете, чем мне нравится, конечно, бизнес с Oriflame, бизнес... Наш бизнес тем, что вы можете развиваться, неважно какой кризис или не кризис, здесь все зависит от вас. Вас не сократят, вас не уволят, вы можете делать бизнес и получать результаты. Сейчас Нона в свои, назовем так, 50+, да, она стала индивидуальным предпринимателем, получает большие премии. Впервые за 50 лет она полетела на самолете с компанией Oriflame и побыла на море на менеджерской конференции в Сочи. А ведь буквально пару лет назад она даже не умела пользоваться компьютером, и для нее сделать заказ это была большая сложность. Поэтому дерзайте, на самом деле, очень много успешных примеров, и это все сейчас, в 2016 году, не когда-то 10-15 лет назад, а уже вот здесь и сейчас. И, конечно, возникает вопрос, а как расти, как зарабатывать, как сейчас делать, какие фокусы сделать в данный момент. И я хочу буквально быстренько проговорить наши принципы работы. Принципы работы на 2016 год. Это, конечно, то, что мы взяли курс оптимально
оптимальное совмещение офлайн и онлайн. Мы не ушли на онлайн в онлайн на 100%. Самое важное – грамотно совмещать и офлайн, и онлайн методы работы. Это, конечно, этичное ведение в любых направлениях нашего бизнеса. Это позитив и хорошее настроение, потому что, чтобы у вас не сложилось такое впечатление, что у нас все прям хорошо и только один позитив. Нет, есть очень много сложностей, есть много препятствий, есть много трудностей. Но самое важное – ваша лидерская позиция, позитив и хорошее настроение даже тогда, когда очень сложно. Только так можно двигаться вперед и достичь каких-то хороших результатов. Это, конечно, фокус на высокобалловые продукты, потому что в этом году мы делали фокус на Novage и Wellness, очень старались продвигать их. Это использование всех инструментов компании, которые она объявляет. И я считаю, что мы обязаны с вами разбираться и использовать их, потому что если компания вкладывает в это большие деньги, это значит то, что как бы нам нужно их использовать и брать по максимуму. Это акции компании рекрутинговой активности. Это, конечно, прекрасное издание «Книга красоты» и остальные издания, которые выпускает наша компания. Это системность и дублицирование в работе. Сейчас я понимаю, что очень важно, чтобы все, что вы делаете, мог повторить любой человек, который приходит в ваш бизнес. Поэтому, когда вы начинаете новое или какое-то другое начинание, какую-то новую методику, задайте себе вопрос, сможет ли просто и легко повторить ваш новичок ваши действия. И наши методы работы, которые мы использовали в 2016 году, по секрету скажу, мы их собираемся использовать и в 2017 году. Конечно, первое – это активное рекрутирование любыми методами. Я знаю точно, что методы работают, любой метод работает тогда, когда вы ими работаете. Через онлайн – это приглашение знакомых через соцсети в первую очередь, ну и, конечно, холодный рынок, соцсети и доски объявлений. Офлайн – это приглашение знакомых на доход, на эксперт-сессию, на мониторинг тела, на здоровый завтрак, ну и приглашение, опять-таки, также незнакомых. Конечно, обязательно онлайн-система обучения, и у нас сейчас очень она четко как бы работает, как часики. Это каждый день несколько вебинаров, продукт, wellness, бизнес чередуем. Это успешный старт для новичков, где мы рассказываем, как стартовать и самые важные основы. Это гур для партнеров, которые уже хотят узнать, как приглашать людей, как строить начальные шаги, делать в бизнесе. Интенсив для менеджеров, которые хотят стать директором. И это, конечно, система сопровождения, Viber, Skype, Telegram-чаты и ежедневное общение со спонсором. И, конечно, в планах у нас рост и еще раз рост. В активных акцентах таких, которые мы ставим на 2017 год, это активное привлечение новых партнеров. Конечно, каким образом это можно сделать? Только через увеличение рекрутирования, через увеличение количества встреч, презентаций. Неважно, как вы работаете, онлайн или офлайн, просто нужно делать больше, активнее и с еще лучшим настроением. Это, конечно, увеличение среднего заказа, потому что считаю, что это тоже очень важно, и это можно, мы планируем делать через усиление фокуса на высокобалловые продукты, такие как Novage и Wellness. Это усиление активности, лучшая коммуникация, чаты для клиентов, развитие сообществ, также то, что рекомендует нам делать компания, и мы планируем это тоже активно внедрять и развивать. И, конечно, развитие новых менеджеров. Для этого мы всегда придумываем какие-то дополнительные проекты, какие-то рейтинги, какие-то тусовки, потому что все это интересно, дополнительно и мотивирует наших новых партнеров на то, чтобы расти и входить в менеджерскую команду. Ну и, конечно, могу вам сказать, подытоживая, что сейчас самое лучшее время для старта. Кто-то говорит, что 2000 год, 15 лет назад было проще. Друзья мои, поверьте мне, я стартовала 16 лет назад. Сейчас намного проще стартовать. Вам не нужно самим думать об организации доставки, про рекламу, про какие-то акции, промоушены. Вам сейчас столько всего объявляет компания дополнительно, столько всего делают команды, просто надо брать и делать. Сейчас самое лучшее время для старта. Сейчас, с одной стороны, кризис, и кто-то говорит, что, ну, посмотри, у людей же нету денег. Если у людей нету денег, люди хотят зарабатывать деньги, и наша задача с вами встать и пойти к ним и рассказать об этом, о возможности дохода и заработка. Конечно, сейчас сезон подарков, и не знаю, как вы, но я планирую этим воспользоваться. Конечно, например, в нашей команде уже есть четкая система работы, отработанная, да, которая приносит хорошие результаты, новое звание. Это, конечно, феноменальная поддержка от компании. И последний пункт, почему сейчас лучшее время для старта? Потому что мы с вами, друзья мои, другие. Мы готовы расти, и я считаю, что наша задача с вами, как белорусов, показать, что наша страна может быть номер один, она уже была номер один в процентах и в росте. И сейчас, мне кажется, нам просто надо с вами собраться, начать больше рекрутировать, больше коммуницировать, больше общаться с людьми,
показывать им другой, обновленный Oriflame. Oriflame, который нам с вами нравится. Oriflame, в котором мы с вами остались. Я не приходила в такой Oriflame. Я пришла просто заработать немного денег. Но я осталась, потому что я увидела другие возможности. И сейчас самое время идти к людям и рассказывать об этих возможностях. Я желаю вам хорошего, крутого окончания 2016 года и крутейшего старта 2017 года. Помните, что все в ваших руках. Сейчас самое лучшее время для старта и время зарабатывать, время работать и зарабатывать. Спасибо большое. Успехов! Друзья, 2016 год для всех был разным. Для кого-то он был очень сложным, говорят, високосный год, так, не очень, да? А для кого-то он был интересным и наполненным интересными событиями. Для меня он был тоже разным. Он был и интересным, и сложным одновременно. И сейчас, в преддверии 2017 года, конечно, у нас с вами есть немного времени на то, чтобы подтянуть какие-то хвосты, для того, чтобы закрыть какие-то незаконченные дела. Я вам это очень рекомендую сделать. И, конечно, встретить 2017 год с очень крутым настроением, потому что очень важно входить в год с предвкушением чего-то нового, чего-то вкусного. Я желаю вам горящих глаз, горячего сердца, хорошего настроения и действуйте до победы. Не сдавайтесь. Все, что вы делаете, делайте с любовью в новом году. С Новым годом, друзья! С новым счастьем и с новыми званиями вас! Добрый день всем! Я рада приветствовать на нашем итоговом вебинаре самых амбициозных, самых целеустремленных лидеров компании Oriflame. Меня зовут Бабарика Татьяна, я индивидуальный предприниматель, и уже на протяжении 17 лет я сотрудничаю с компанией Oriflame. В этот бизнес мы пришли в 1999 году. И компания Oriflame меня привлекла тем, что ее ценности совпадают с моими ценностями. Ведь на самом деле красота начинается не только с того, как ты выглядишь, но и с образа жизни. И сегодня я хочу поделиться теми основными событиями, которые были в прошлом году в нашей команде. Ведь на самом деле, вы знаете, жизнь – это не количество прожитых лет, а количество пережитых событий. И благодаря компании Oriflame, ее возможностям бизнеса, наша жизнь действительно яркая, интересная, насыщенная. Но, конечно, не всегда так было. До Oriflame я учитель биологии, преподавала 10 лет в школе. Муж работал инженером, начальник бюро технического контроля на Неоплане. У нас было двое детей, Кате 9 лет, Денису 4,5. И мы в этой жизни искали что-то лучшее для того, чтобы действительно дать лучшее качество жизни своим детям. И вот таким образом мы попали в компанию Oriflame. Кроме этого, действительно, наше финансовое положение было как у всех. Вот такой у нас был автомобильчик. Жили, как все люди, от зарплаты до зарплаты. И, естественно, хотелось действительно жить по-другому. И вот что произошло с нами. Уже буквально через год мы смогли себе позволить новые автомобили. В принципе, каждые 4 года мы их меняем. Ну, буквально недавно мы получили еще один. Мы мечтали о том, как улучшить свое финансовое положение. И, конечно же, ну, знаете, критерий – иметь отдельное жилье. Благодаря Oriflame у нас есть несколько квартир, потому что у меня двое детей. Я хотела, чтобы у них у каждого была отдельная квартира. Ну и плюс, вы знаете, в нашем бизнесе есть такая сезонность. Летом дистрибьюторов не найдешь, поэтому мы решили построить дачу, чтобы можно было на шашлыки приглашать свою команду. И, как говорят, как год встретишь, так и проведешь. Поэтому вот 2016 год мы командой встречали уже в нашем загородном доме. Очень было весело, позитивно. Потом у нас, естественно, плавно Новый год перетекает в конференцию бриллиантовую, которую проводит компания. И вы знаете, каждая конференция, она уникальная. В Абу-Даби мы побывали в парке Феррари. И уже как только буквально мы переступили, хочу сказать, борт самолета, начались чудеса, нас посадили в бизнес-класс. И вы знаете, очень приятно летать в Этихад-линии, когда тебе сразу наливают шампанское, комфортные широкие кресла. Вот при нашем росте, конечно, это очень важно.
Естественно, мы вот посетили достопримечательности, было хорошее обучение, бизнес-конференция. И самое приятное, что на этой конференции чествовались лидеры нашей команды. В нашей команде было новое бриллиантовое звание у Марины и Валерия Родькиных. И новые старшие бриллиантовые директора Елена и Александр Климашонок. Мы с удовольствием, вы знаете, их видели на сцене. И меня больше всего вдохновляет, когда есть достижение и успех у лидеров нашей команды. Вернувшись с конференции, мы получили в подарок от компании новый Volvo XC60. Ну, в общем-то, автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Но, конечно, для, знаете, имиджа, для поднятия бренда компании Oriflame очень важно. И, естественно, часто люди задают вопрос, как можно получить, вот, как вы купили такой автомобиль. И мы говорим, если хотите знать, приходите, расскажем. Кроме того, в нашей команде, у наших лидеров, вот у нас есть 4 бриллиантовых директора, которые тоже получили от компании вот такие машины в подарок. Поэтому это очень красивое зрелище, когда мы все вместе собираемся, едем на какое-то мероприятие. Вы знаете, это действительно выглядит очень красиво. Наша команда в январе, в феврале всегда проводит съезды. И в феврале мы провели директорский съезд, на котором все, в общем-то, коллегиально, можно сказать, командами решали, как мы будем работать в этом году. Каждая команда рассматривала какой-то определенный вопрос, потом защищали свои проекты. Естественно, у нас и неформальная обстановка, банкет, там конкурсы. Это все сплачивает команду и позволяет, в общем-то, знаете, общаться единомышленникам. Когда очень важно поддерживают, знаете, не только домашние, но когда вот разные веточки, лидеры между собой дружат, и у нас, в общем-то, одна единая такая большая дружная команда. Ну, конечно, вы знаете, у нас компания дает большие возможности путешествовать. И вообще, когда я пришла в бизнес, меня очень интересовала эта возможность путешествовать. И, естественно, я еще сама устраиваю себе небольшие поездки. Вот в этом году я побывала в Грузии, уникальная страна. Вот такой был интересный паломнический тур. И в этом году я дважды встречала весну. Вы видите, вот цветение абрикосовых деревьев очень красивое. В мае мы каждый год едем куда-то отдыхать. В этом году мы были в Макаде СПА. Вообще очень интересно было в плане того, что, вы знаете, поскольку Турцию и Египет закрыли для россиян, то абсолютно пустые пляжи были, были роскошные отели. И я хочу сказать, что в нашем отеле вот было двое русских, это только мы, а остальные были немцы. Вот. Почему мы ездим в мае? Потому что, в общем-то, начинается лето, и лето – это сезон, когда я всегда стараюсь продуктивно работать и поддерживать именно продуктивные структуры. И летом мы, естественно, используем возможность проводить мастер-классы с нашей новой линейкой серии ухода No Age. Используем аппарат Skin Pro, wellness-сессии. Летом я обязательно делаю какие-то акции, которые в дополнение к акциям компании для того, чтобы поддерживать активность структуры. И мы, в общем-то, проводили такие лотереи, розыгрыш различных корзин в каждой веточке для того, чтобы народ активно размещал заказы, приглашал. И вы знаете, благодаря этому лето у нас было достаточно, я хочу сказать, неплохое, несмотря на то, что год был неординарный. Естественно, в июле был банкет директоров, и очень приятно, что на этом банкете мы чествовали новых лидеров нашей команды. Новый директор Татьяна Гатайская у нас в структуре закрылась, Виктория Коваленко, Анастасия Асташова. Более того, хочу сказать, что вот внизу в правом углу вы видите фотографию, где присутствовали на банкете новый старший менеджер Анна Москаленко, и Татьяна Гатайская уже открыла звание «Золотой директор». Банкет был потрясающий, и, конечно же, такое красивое светское мероприятие – это всегда возможность, вы знаете, купить себе новое платье, что немаловажно, красивые туфли. На этом мероприятии у нас выступал Маликов, и была фотосессия с ним. И, вы знаете, это действительно огромное удовольствие. Где, на какой работе, вот за ту работу, которую ты делаешь, дают такие премии, устраивают такие великолепные мероприятия.
Кроме того, вы знаете, наша команда в этом году, благодаря усилиям Валерия и Марины Родькиных, съездила в Стокгольм. Они побывали на родине Oriflame, побывали на фабрике Nardin, в концептуальном магазине. У них была встреча с Ален Мавоном. И вы знаете, в этой поездке были родственники многих лидеров, которые, в общем-то, к Oriflame относились достаточно еще, как знаете, так спокойно. И вот благодаря этой поездке очень многие присоединились и стали активно работать. В сентябре, как вы помните, у нас проходила золотая мега-конференция на Кипре. И вы знаете, я для себя открыла Кипр. Мы уже с компанией Oriflame посетили более 50 стран, но вот за это время как-то мы до Кипра не добрались. И это буквально 3 часа лета прямым рейсом с аэропорта Минск-1 мы попали на Кипр, жили в шикарной гостинице. И вы знаете, эта конференция была уникальная тем, что потом она плавно переехала в Сочи, где у нас проходила еще менеджерская конференция. И на этой конференции могли присутствовать менеджеры нашей команды. Вы видите, вот это наша дружная команда. И они получили огромное удовольствие от того, какой прием им устроила компания. То есть они целый день провели в парке, успели покупаться на море. Потом был у нас шикарный конференц-день, где девиз был «Действуй, дерзай, достигай». И, естественно, вот такие конференции очень важны, потому что часто консультанты, вы знаете, бывает такая точка, когда они думают, куда дальше двигаться, серьезно ли работать в Oriflame или, может быть, заняться чем-то другим. И после таких мероприятий они принимают решение, действительно, что Oriflame – это серьезный бизнес, это серьезная компания, и она дает уникальные возможности реализовать свои мечты. И, вы знаете, вот одна у нас уникальная такая поездка, о которой все мечтают, это поездка в Игилёзу. Мы в свое время ездили тоже от компании в Игилёзу на родину нашего wellness. И вот в этом году очень приятно, что наши лидеры команды, Татьяна Гатальская, стала победителем конкурса по продаже wellness, и Елена Антонович. Они съездили в Игилёзу, повстречались со Стикстеном, с разработчиками wellness. Очень интересные провели нам вебинары. И даже люди, которые вот пользовались wellness, у которых в структурах большие продажи, вы знаете, их отношение совершенно изменилось. Они еще больше и глубже поняли, насколько важна наша продукция wellness, благодаря которой мы можем поддерживать, сохранять свое здоровье. И, конечно, вот всем этим они сейчас делятся. Вы знаете, на самом деле менталитет наших людей таков, что не каждый, в общем-то, принимает продукты, такие как витамины. И я хочу сказать, что великая миссия – это действительно помогать людям быть здоровыми и красивыми. И, кроме того, сейчас у компании запущен проект «Wellness-прокачка». И консультанты наши, лидеры нашей структуры во главе вот с Татьяной Гатальской, Ирина Сай, Юлия Старовойтова, они тоже участвуют в этом проекте и очень хотят войти в десятку лучших. И мы хотим им пожелать, чтобы действительно у них это получилось, потому что, вы знаете, вот эта wellness-прокачка, она на самом деле вот меняет жизнь людей, меняет отношения. И иногда, вы знаете, нужно сделать такую перезагрузку, чтобы двигаться дальше. Как все помнят, у нас сейчас появился новый инструмент работы. Это книга «Красота как образ жизни». Вы знаете, это классная возможность действительно людям больше узнать о компании Oriflame, о ее продукции, о возможностях бизнеса. И эта книга, она у нас будет обновляться. В феврале появится новый выпуск. И у нас есть в структуре лидер, который очень мечтал сняться в журнал для компании Oriflame. И вот благодаря этой книге мечта Татьяны Кургутловой осуществилась. Она вот сейчас ездила в Стокгольм на фотосессию, где действительно вот получила огромное удовольствие. Больше всего ей понравилось то, что все, что она демонстрировала, предоставляла, компания ей подарила. И вы знаете, мечты сбываются с компанией Oriflame. Поэтому мечтайте, ставьте самые дерзкие цели. И вы знаете, пусть в это никто не верит, но если вы действительно хотите, все это может получиться, произойти. Если получилось у одного человека, это может получиться у всех. Оля Слободчик, вот еще один лидер нашей команды, вот буквально в воскресенье вернулась с поездки в Милан. Вы помните, что условием было
как можно больше сделать личных, больше бонус-баллов. И вы знаете, действительно, результат фантастический. И только 3 лучших лидера Беларуси поехали в Милан. Вот сейчас у них был отличный шопинг. Она нам еще про это не рассказывала. Вот буквально только сбросила фотографии. И вы знаете, это тоже еще раз одна возможность путешествовать с компанией «Oriflame», благодаря компании «Oriflame», да? Такая вот интересная штука. Международная компания предпринимателей «Триумф». Сейчас все подумали, что же это такое. Вы знаете, мы вместе с командой сели и подумали, как нам дальше расти, как нам оптимизировать наш бизнес. И очень многие сейчас начали работать через интернет. И у меня несколько веточек уже целый год пытались разработать концепцию работы через интернет. И вы знаете, все они ко мне обратились, что действительно у каждого есть какие-то наработки, но если вместе объединиться, результат может быть совершенно иной. И вот вы видите сооснователей команды «Триумф», международной команды предпринимателей. Это лидеры нашей команды, около 50 на самом деле, директоров объединились для того, чтобы дальше развивать бизнес. И мы дальше продвигаем ценности нашей компании: единство, дух, страсть. И у каждого есть свой опыт уникальный. И уже вот буквально в ноябре мы провели первый уже съезд вместе с нашими лидерами на базе БАТЭ, где у нас выступали наши уникальные спикеры. Татьяна Гатальская делилась своим опытом работы в интернет. Елена Антонович, она у нас профессионал в области wellness. Ольга Слабочек, профессионал в области продажи New Age. Елена Климашонок, она рассказывала о построении бизнеса. Я очень люблю проводить разные тренинги. Вы знаете, у нас было 2 продуктивных дня, на которых присутствовали не только директора, но мы брали и новых менеджеров с уровня 9%. У нас было условие. Потом, естественно, было общение в неформальной обстановке, шашлыки, конкурсы потом, банкет. И, вы знаете, огромное удовольствие получили люди, подарки, уехали с заряженной энергией, получили знания. И сейчас, вы знаете, благодаря этому у нас есть уникальные результаты. Потому что в 12-м каталоге вы видите вот данную таблицу, у нас было всего лишь 14 3%. Если мы возьмем, к 16-му каталогу пошло активный рост. То есть люди начали приглашать именно в команду «Триумф». И вы знаете, рост пошел на всех уровнях. У нас уже есть лидеры, которые попадут на завтрак с руководством. И самая главная приятная новость, что у нас родился новый старший менеджер Казарьян Анна. Поэтому вот в следующем году мы планируем активно использовать офлайн и онлайн работу. Благодаря нашему проекту «Триумф» у нас уже, вы знаете, действительно налаженная система. Нам есть куда звать людей. И, конечно, мы используем все те инструменты и возможности, которые нам предоставляет компания «Oriflame». И хочу сказать, что следующий год, он уникальный. Компании будет 50 лет. Естественно, 50 лет – это уже такое мероприятие, событие. И компания действительно нам подготовила очень-очень много приятных подарков, сюрпризов. Да? И международные конференции – это очень важный фактор роста. И юбилейный год у нас компания начинает с конференции в Майами. Уже буквально 13 января мы уедем, ну, наверное, в мечту многих людей. Мы увидим Диснейленд, мы будем жить в гостинице, которая находится рядом с Голливудом. И, в принципе, наверное, даже сложно представить, что нам уже компания приготовила. Для золотых директоров, вы помните, что идет квалификация на золотую конференцию, и уже снято 2 лайнера круизных, да, на которых предполагается 6 тысяч участников. Поэтому я рекомендую всем посмотреть, запланировать свой успех и окунуться в вот эту атмосферу праздника, роскоши и вообще уникальных событий, потому что такие события бывают единожды. А для менеджеров, которые еще только-только начали в нашем бизнесе, ждет, конечно же, путешествие в Болгарию. Поэтому, вы знаете, действительно, компания «Oriflame» – это больше, чем бизнес. Это возможность вести уникальный стиль жизни. Поэтому я вам предлагаю внимательно посмотреть, как прошел у вас этот год, что у вас было интересного, оглянуться назад и спланировать, чтобы 2017 год был у вас поистине уникальным и успешным. Желаю всем достижения ваших целей, успехов с бизнесом компании «Oriflame». Спасибо.
Наступающий 2017 год по китайскому календарю – год огненного петуха. И в этом году удача в бизнесе и продвижение по карьерной лестнице будет сопутствовать только тому, кто проявит целеустремленность, настойчивость, будет уверенно двигаться к своей цели. И я вам хочу пожелать именно этого в преддверии наступающего Нового года. От всей души поздравляю вас с наступающим годом и хочу вам пожелать в следующем году побольше душевного теплоты, радости, веселья, гармонии в семейной жизни, успехов в бизнесе. И помните, что красота на самом деле – это не то, как вы выглядите, а то, как вы себя чувствуете. Успехов вам, исполнения всех желаний и всего самого-самого наилучшего. Здравствуйте, уважаемые консультанты, лидеры и друзья нашей компании. Я очень рада, что компания нам предоставила сегодня встречу, на которой я могу вам многое чего рассказать о результатах ведения работы в нашей команде. Прежде всего хочу обратить ваше внимание, что сегодня в нашей встрече я очень часто буду использовать слово «больше». И мне это очень нравится, потому что больше, значит, мы с вами сделали что-то лучше, что-то более продуктивно, что-то более эффективно. Поэтому я буду сегодня вам рассказывать, и вы сразу прочувствуете, насколько мы с вами хорошо поработали. Вы знаете, в преддверии 2017 года обычно люди подводят какие-то итоги прошедшего. Сколько всего хорошего было в году, какие произошли события. И когда мы с вами подводим итоги, мы смотрим, насколько красиво и счастливо прошел наш год. И сегодня я вам расскажу о том, как мы с вами поработали и насколько продуктивно и счастливо прошел наш год в компании Oriflame. Итак, конечно же, у нас самое главное в нашей компании – это приглашение. Почему это важно? Потому что все слышат наш бренд, все знают, что такая существует компания. Но многие не знают, что компания Oriflame – это великолепные возможности быть красивым как снаружи, так и изнутри. Что это великолепная продукция. Что это великолепная продукция по здоровью, которая предлагается в наших аптеках. И мы должны давать такую информацию. И я хочу вас поздравить, потому что в этом году мы с вами пригласили на 9000 новичков, клиентов, покупателей и будущих наших лидеров на 9000 больше. То есть в этом году к нам пришло 25 тысяч новичков. Люди, которые приходят с какими-то своими мыслями, с какими-то своими сомнениями. И наша с вами задача этим людям помочь рассмотреть, кто он здесь будет, или покупатель, или консультант, или, может быть, будет нашим бизнес-партнером. И очень важно, чтобы наши новички не остались такими брошенными, которые ничего не услышали от вас. Они просто заключили контракт и просто находятся в компании Oriflame в каких-то списках. И наша задача с вами этим людям помочь. И вот переход и старт рекрутов в этом году у нас произошел на 8% больше, чем в 2015 году. То есть 63% нашей активности. И я вам очень благодарна, что вы сумели найти методы, подходы к этим людям, сумели им рассказать, объяснить, дать им нужную информацию для того, чтобы они могли увидеть для себя то, что они хотят увидеть в компании Oriflame. Следующая цифра. Цифра, которая тоже очень радует, потому что это тоже наша с вами активная работа, это активность 71%. Значит, вы были очень успешны, очень продуктивны и эффективны. Молодцы, потому что я знаю, что вы работаете многими методами, что вы умеете донести, что вы очень много работаете над собой для того, чтобы людям давать правильно и очень грамотно информацию. Следующая цифра говорит о том, что мы с вами сейчас очень грамотно преподносим информацию о продуктах нашего здоровья. И я рада, что вы очень активно сейчас работаете с этой линейкой. Эта линейка пришла к нам недавно, и мы очень рады тому, что компания предоставила такую возможность, что у нас теперь есть и косметика, и продукты внутренней красоты. Я знаю, что вы проводите очень много встреч, вы проводите диагностические встречи с нашими клиентами и покупателями. Я знаю, что вы приглашаете специалистов по здоровому питанию, которые вам тоже помогают проводить эти лекции.
Я знаю, как вы очень грамотно и умно подходите к преподнесению этой информации. Многие структуры сейчас используют предложение wellness-прокачки, которое было предложено компанией в этом году. Поэтому и товарооборот у нас вырос, и я вас с этим поздравляю. Вот эта цифра очень меня радует. Я думаю, что и вы тоже будете гордиться этой цифрой в нашей команде, потому что, опять-таки, ваша продуктивная работа дала рост новых менеджеров. То есть вы смогли достучаться до людей, которые увидели в компании Oriflame возможности эффективного и хорошего бизнеса. Бизнеса элегантного, бизнеса, который можно предложить любому человеку любого образования, любого возраста. И я думаю, что рост менеджерской команды даст нам очень хорошую перспективу для появления новых директоров, новых уровневых директоров разных уровней. Это золотые, сапфировые, бриллиантовые. И сейчас для вас, наверное, главная задача, чтобы эти люди двигались, учились, развивались в дальнейшем и совершенствовали свои знания. Молодцы. Дальше расскажу вам о наших методах. Конечно же, эти результаты мы получили не просто так. Мы получили с вами, используя два варианта работы в нашей компании. Если мы раньше всегда использовали работу в офлайн, то есть глаза в глаза, от встречи к встрече, то теперь мы с вами начинаем приобщаться к новым технологиям, технологиям ведения бизнеса в системе онлайн, то есть используя систему интернет. И я знаю, что многие очень успешны и там, и там. Я знаю, что многие структуры нашей команды проводят офлайн-встречи на нашем сервисном центре, проводят встречи и мероприятия в конференц-залах. Я знаю, что здесь же проходят мастер-классы. И это отлично, потому что именно это, возможно, может быть, вот этот вариант работы для многих лидеров является главным. Но также начинают они использовать и методы онлайн. Это проведение своеобразных занятий в виде вебинаров и собеседований через Skype. Есть люди, которые в наших структурах уже используют очень активно именно систему онлайн. И офлайн у них это просто сподручные такие методы работы. Давайте немножко подробнее расскажу вам о методах офлайн, как работает наша команда. Я думаю, вы со мной согласитесь, что мы с вами очень любим проводить мастер-классы, потому что сейчас у компании очень хорошие предложения по уходу за кожей лица. Это великолепная серия Novage, которую делает любую женщину любого возраста, ухоженной, очень молодой, красивой, с красивым цветом лица. И для того, чтобы женщины могли покупать эту продукцию, чтобы они могли протестировать ее, мы с вами используем вот такие мастер-классы. Еще есть у нас очень хороший метод, который используется в офлайне нашей команды. Это выход с промостойкой в поля, как мы говорим, на холодный рынок. Как говорится, не идет гора к Магомеду, или Магомед не идет к горе, или наоборот. Многие люди не хотят к нам приходить на сервисный центр, не хотят принимать у себя гостей дома. И тогда люди выходят, наши лидеры выходят на промостойку, где они могут давать информацию о нашей компании. Проводят тестирование какое-то, делают приглашение, дают какие-то сертификаты на получение диагностической процедуры или процедуры по уходу за кожей лица. Еще один метод – это метод социального опроса, соцопроса, как мы говорим, когда просто люди могут выйти с блокнотиками, спросить у людей, знают ли они о компании, знают ли они о возможностях, и тоже предложить им получение процедуры тестинга, процедуры тестового ухода за кожей лица или диагностической процедуры для установления параметров здоровья. Все эти методы дают хорошие результаты. Есть у нас в структуре люди, которые перешли в работу в онлайн. Я знаю, что мои большие бриллиантовые структуры в Могилеве, структура Люды Никаноровой, структура Витебске, Ракочи Лены и Бирюкова Дениса, и структура Гайбут Лены в Минске. Эти структуры у нас работают уже очень серьезно в системе онлайн, используют любые возможности, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей, кто-то уже запустил специальные проекты. И я думаю, что эти методы тоже будут очень хорошо работать. В этом году мы провели два больших менеджерских семинара.
Я знаю, что менеджеры с удовольствием ходят на эти семинары. Следующие мы уже запускаем в следующем году, уже запускаем в январе. И я думаю, мы эти семинары будем продолжать. Почему? Потому что где-то на 200 человек, хочу сразу же гордо сказать эту цифру, 200 и более человек у нас всегда с удовольствием ходят на эти семинары. Я знаю, что на этих семинарах выступают наши самые успешные лидеры, которые делятся методами своими работы. И я знаю, что после этих семинаров идут очень хорошие показатели нашего роста. Также раз в год мы всегда делаем выездной семинар. В этом году у нас проходил семинар на 200 человек, где мы тоже проводили обучающие программы. Были у нас развлекательные программы, где мы отдыхали 3 дня на природе, очень хорошо общались между собой и заряжались идеями. И я знаю, что такие семинары тоже дают очень хорошие результаты. Почему? Потому что люди в неформальной обстановке могут на природе узнать методы тех или иных людей, пообщаться, перезнакомиться. И это создание такой успешной команды дает хорошие результаты в следующих уже наших, в следующих начинаниях. В этом году мы провели очень большое мероприятие, мы называем «Большая мотивационная встреча». Мы проводим это после «Золотой конференции» обязательно, где мы чествуем в течение тех людей, которые в течение года вышли высокие процентные уровни, те, кто становится директорами и выше. Люди делятся своими впечатлениями, впечатлениями от поездок, которые они совершили, впечатления от общения с компанией «Oriflame», делятся своими историями. И после этих встреч у нас всегда проходит еще неформальная встреча, такой в виде дискотечного варианта, варианта таких вот приятных застольев, таких сабантуйного такого характера. И я думаю, что эти мероприятия мы тоже будем продолжать. Конечно же, каждый год у нас компания благодарит нас за хорошую работу, и каждый год у нас проходят банкеты. В этом году у нас проходил великолепный банкет. Компания подарила нам такой праздник. Праздник красоты, эмоций. Это было великолепное видение. Нас развлекал, пел для нас Дима Маликов. Женщины были в красивых праздничных платьях, мужчины были в смокингах. Это было все очень красиво, респектабельно. И 350 участников ежегодного нашего банкета, из которых 34 участника от нашей команды, которые заслужили право присутствовать на этом банкете. Я хочу вам сказать, что вот когда рассказываешь про банкет, мне кажется, это настолько сухо, настолько безэмоционально. Просто там надо быть, чтобы прочувствовать вот всю радость, все счастливые моменты, которые можно только почувствовать на этих таких великолепных мероприятиях. И еще одно мероприятие, которое дарит нам компания за эффективность нашей работы, это конференции. Ежегодные конференции, на которые мы ездим, на которых получаем удовольствие, это великолепная организация от компании. Это великолепное общение с другими лидерами других стран. В этом году было 92 участника мегаконференции. И 12 участников, крупных лидеров нашей компании, были от нашей команды. Плавно золотая конференция с Кипра, на которой мы отдыхали в этом году, перешла в Сочи. В Сочи тоже была великолепная конференция, на которых мы тоже узнали много интересного, планы компании, поздравили наших лидеров на сцене. И что было очень важно, что мы находились в том зале, где проходило награждение олимпийских чемпионов. Для нас это было очень важно, потому что, вы знаете, события, когда компания «Oriflame» находится на таких сценах, на таких площадках, это очень важно для нас, для всех. Ну и хочу сказать, что следующий год, это будет год нашего юбилея, юбилея нашей компании. Хочу сказать, что юбилейный год предлагает очень много, опять-таки, много очень будет акций от компании, очень много будет предложений, очень много будет акций от компании нашей, белорусского нашего сервисного центра. И я хочу сказать, чтобы вы стремились участвовать во всех акциях, во всех рекомендательных компаниях компании «Oriflame». Потому что то, что вы делаете не только для себя, для того, чтобы почувствовать респектабельность своего личного успеха. Вы делаете это также все для своей семьи, для своих близких. Потому что успехи и возможности, которые предоставляет компания «Oriflame», она дает возможности для всех. И прежде всего дает благополучие и финансовую независимость вашей семье. И в окончании моей встречи с вами я хочу поблагодарить свою команду за такую классную работу,
за такое упорство, терпение, потому что действительно год был непростым. Я знаю, что средства массовой информации об этом говорят, что экономика очень так это хромает, там, трясет ее. Мы с вами молодцы, потому что мы сумели преодолеть все. И впереди у нас очень хорошие вершины, которые мы с вами одолеем, потому что мы большая, сильная, крепкая команда. Я вас люблю и благодарю. Уважаемые лидеры, уважаемые друзья и уважаемые клиенты нашей компании, в преддверии Нового года я хочу пожелать, чтобы в новом году в вашей семье всегда царило эмоциональное лето, чтобы у вас было всегда тепло и солнечно в вашей семье, чтобы символ нашего года – петух, это природный будильник, чтобы этот природный будильник разбудил вас в новом году, у вас новые желания, новые цели, чтобы у вас появились новые идеи, и чтобы все эти идеи были воплощены. И чтобы вы, когда закончится 17-й год, оглянулись назад и увидели, что он у вас наполнен самыми счастливыми, самыми красивыми событиями вашей жизни. И эти события не только оставляли у вас эмоции, но и приносили вам достаток и благополучие вашей семье. Будьте счастливы, будьте здоровы, и успехов вам, радости в 2017 году!